Полеты на самолете «Саванна». Двухместный учебно-тренировочный самолет «Саванна» – сверхлегкий цельнометаллический подкосный высокоплан с тянущей силовой установкой и трехопорным шасси, с передней управляемой носовой стойкой и раздельными гидравлическими тормозами. Хвостовое оперение классической формы. Самолет относится к категории самолетов укороченного взлета и посадки. Его взлетно-посадочные характеристики позволяют эксплуатировать самолет на неподготовленных площадках. При этом он имеет высокую крейсерскую скорость полета и широкий скоростной диапазон. Просторная кабина и багажный отсек позволяют свободно разместить двух человек и необходимый багаж. Цельнометаллический фюзеляж увеличивает срок службы самолета и его ремонтопригодность. Шасси самолета позволяет эксплуатировать его как летом, так и зимой, включая возможность использования в гидроварианте. Самолет идеально подходит как для подготовки авиационных специалистов в авиационных учебных центрах, так и для частного использования. На данном самолете возможно выполнение различных авиационных работ – авиационно-химических, аэрофотосъемка и лесоохрана. Характеристики самолета обеспечивают обучение летчиков выполнению фигур простого и элементов сложного пилотажа. Самолет оборудован двухместной кабиной. Правое кресло для пилота-инструктора, левое для курсанта. Полеты также могут выполняться и одним летчиком с левого кресла. Самолет «Саванна» надежен. Он легко управляется в полете, однако требует от пилотов упорной и ответственной работы. Изучение авиационной техники, теории полета, освоение многих летных навыков. Успех полета рождается на земле, с четкой отработкой каждого полетного задания, с постоянным тренажом в кабине самолета. В этом вам помогут опытные наставники, летчики-инструкторы и авиатехники. Самолет «Саванна» используется для первоначального обучения и тренировок летчиков на посадочной площадке Первушино. Наш фильм поможет усвоить те элементы подготовки летчика, для которых важна зрительная информация. One by the decks, and one at the rear of the base beams.